Тут какие-то страшные звуки. Слушай, может, это летучие мыши? Страшно здесь. Это летучие мыши, я вам говорю. Ну вот они. Ёлки-палки, они не будут на нас нападать? Ой, как там страшно. Страшилище. Здесь аквариумы прямо в гроте. Рыбки. Ну, лучше, чем тот парк со статуями какими-то непонятными. Из которых мы знаем только Ганди и Пушкина. Болти. Ну, такие вот. О, золотые рыбы. Такие золотые рыбёхи. Вода какая-то желтая. Ну, вот так вот. Вот так здесь. Ой, там вон внизу еще какие-то выставка, каких-то мумий. Смотри, смотри, чучело, Анжела. А, сейчас. Я хочу мышей этих как-то снять. Идем дальше, спускаться. Слушай, ты так страшно. Точно как в пещере какой-то. Кто-то так сделал? Это кто так сделал? Господи, Аня, ты нас испугала. Я думала, это уже какие-то лезут чудовища, чудища, вампиры. Может, такие прям сталактиты. О, смотрите, там банка рыбы. Сухие рыбы? Не матюкайся, я снимаю видео. Что ты это ела? Мамкин-блогер какой-то, я не знаю. Вот пусть все посмотрят, как ты мать. Это что, палтус? Формалин. Формалин. Зачем мне? Это что, ископаемые рыбы или просто какие-то? Купили на базаре и так засушили. Красиво, так. Некрасиво. Сушеная черепаха в формалине. И еще какие-то куча рыб. Ничего себе. Жуть. О, какая страшилище. Они думают, как на нас напасть. Да, их не видно. Темно слишком. Угу. Ой. Ну, я бы одна сюда не пошла. Очень воняет от этих летучих мышей здесь. Фу, неприятно. Кстати, а вот мне воняет как крысами. У меня были декоративные крысы, вот так же воняло в их клетке. Угу. О, композиция из ракушек? Ну вот, вот это что-то приятное, да? Приятное, ты считаешь? Ну, лучше, чем мумии рыбьи. Не знаю. Уж ракушечки.